Зал с трудом вместил всех желающих прикоснуться к настоящему искусству. «Росатом» и его электроэнергетический дивизион, концерн «Росэнергоатом», уделяют пристальное внимание культурному развитию территории присутствия. Проект «Территория культуры Росатома» успешно действует уже много лет. Жители нашего города имеют возможность совершенно бесплатно знакомиться с лучшими образцами исполнительского, театрального и художественного искусства нашей страны. Коллектив народного танца «Кавказ» приезжает к нам в город не впервые. И каждый раз они стараются представить свои танцевальные композиции наилучшим образом. Так хорошо нас принимают, какой город мы не приезжаем, так тепло нас встречают. Мы как-то породнились, знаете, вот мы как будто работники атомной станции. Вот так вот мы себя тоже так чувствуем. И сюда принимают так прекрасно. Мы каждый год программу так меняем, не меняя название танца, сам танец меняем, середину меняем, что-то новое, что-то убираем, что-то добавляем, возобновляем. В этом году приезд коллектива приурочен к юбилею 25-летию концерна «Росэнергоатом». Артисты не чувствуют усталости и выступают с полной отдачей. В концертную программу вошли 12 танцевальных композиций, а также выступления музыкального ансамбля. Зрители увидели незабываемые танцы народов Кавказа, как быстрые и ритмичные, так и плавные и лиричные в великолепном обрамлении живой музыки. Коллектив ансамбля постарался разносторонне представить культурное богатство и традиции своей родины. Были исполнены танцы, посвященные любви и преданности, достоинству и женской чести, дружбе и братству народов Кавказа. Мастерство и неиссякаемая энергия солистов покорили зрителей. В зале не умолкали овации и крики «Браво!», аплодировали артистам стоя. Очень прям довольна, понравилось, я впечатлений масса. Заряд энергии просто сумасшедший. Хочется петь, веселиться вообще. Молодцы, просто ребята молодцы. А танцы, костюмы были клевые. Все понравилось. А впечатления свое? Вот такие. Замечательно, что они приезжают ежегодно к нам в Десногорск. Мы радуемся вместе с ними. Председатель первичной профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Юрий Кузнецов поблагодарил артистов за яркое и солнечное выступление, ставшее прекрасным подарком жителям города Десногорска в честь юбилея концерна «Росэнергоатом».